Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жейкой мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность по предыдущим роликам. Нам очень нравится, что вам нравится данная рубрика и вы ставите столько больших пальцев вверх. Поэтому, ребята, как обычно, не забывайте ставить большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию. Если хотите, чтобы мы с Жекой продолжали записывать троллинг как можно больше, не зырь на мой лоб, как можно больше, как можно чаще. Поэтому ставьте, ребята, лайки, если хотите больше серии по троллингу. Все, пожалуй, задницу, я хочу уже тебя затроллить. Ему нечем заняться просто. Все, давай. А что, прикольно, по-моему. На плечи мне сел, и все. Да, мне понравилось. Все, давай, короче, строй свою жопу, как всегда. Я пошел строиться, убери. Не-не-не-не-не, все, пошел в задницу. Ребята, как обычно, я вам скажу, добро пожаловать в новую серию троллинга, где мы в очередной раз постараемся затроллить Жеку, как обычно, ничего нового. И, ребята, у нас такая традиция, каждую серию я говорю то, что я не знаю, что строить, у меня сейчас ни одной малейшей идеи нету, ни одной. Поэтому я сейчас попробую что-то придумать, попробую вообще какие-то ловушки сделать. Пока, если честно, даже не знаю какие. Но сейчас мы будем, ребята, что-то думать. Ой! Ставьте лайки прямо сейчас, если хотите новую серию троллинга как можно быстрее. Это просто я так сказал, чтобы вы не забыли. Поэтому, ребята, давайте будем начинать. Сейчас я что-то постараюсь придумать. Да. В общем, ребята, первая ловушка у него будет, ну, вот такого небольшого типа. То есть, он зайдет вот сюда, и я ему скажу: Жека, иди в дом. Он пойдет, но не сможет сюда пойти, потому что тут невидимые блоки. То есть он никак не сможет пройти на следующую сторону. Ему нужно будет найти определенный проход, который будет находиться вот тут. Как видите, тут невидимые блоки, он не может пройти. Но если он пойдет вот сюда и тут пройдет, то он сможет обойти вот эти все невидимые блоки. Но он будет идти вот тут, наступит на вот эту плиту и провалится через вот этот скрытый люк сюда в лаву. И, в принципе, мне кажется, это уже будет такой неплохой троллинг. Но после этого он проберется вот сюда, вот в эту комнату, странную комнату. И что тут ему нужно будет делать? Я ему скажу: Жека, тебе нужно найти проход через вот эту дверь. Но подумай, как это сделать. Может, ключ есть в лаве, он упадет в лаву, тут ничего не будет. Может, он тут что-то найдет, типа... Сейчас. Может, тут что-то будет где-то? Он упадет, ничего не найдет. Может, вот тут скрытые, вот упадет, тоже ничего не найдет. А на самом деле люки будут вот тут. Когда он наступит на вот этот люк, то эта дверь откроется. Но это еще не конец. Он может наступить на вот этот люк, но он отсюда больше никак не выберется, потому что нету никаких лестниц. Ему нужно будет открыть, найти вот тут одного НПСа, который начнет его бить. Вот, он начнет его бить. Вот. Сейчас. Ему нужно будет его затолкать как-то вот сюда. Ему нужно будет затолкать туда его в яму, чтобы он нажал на плиту. Только, мне кажется, подписчик какой-то очень сильный, поэтому нужно его сделать немного послабее. Ну, в принципе, вот такой будет небольшой троллинг. Ну что, ребята, после того, как он выйдет вот с этой двери, у него будет вот такое небольшое испытание. Ему нужно будет пробраться на вот этой лодке вот до сюда. Только вот тут у меня будут блоки. Я пока их не ставлю, потому что у меня уже карта два ёханых раза взрывалась. У меня тут будут необычные блоки, а вот смотрите какие. Взрывной камень. То есть, как только он его разрушит, то тут вот все взорвется. Но он это не будет знать, тут будет обычный камень. Я ему скажу: Жека, тебе нужно найти лопату, которая будет спрятана, типа, вот тут будут различные сундуки, но лопата, точнее не лопата, а кирка, на самом деле будет вот в этом сундуке. Он ее достанет, взломает вот эти блоки, чтобы пробраться на лодке вот сюда, и все, пум! Шандарахнет, и Жеке будет капут. Но даже если он вот это все пройдет, дойдет до конца, туда-сюда-сюда, выберется отсюда, тут будет невидимый блок. Я ему скажу: Жека, у тебя есть два варианта. Или пойти прямо, где, в принципе, ничего не будет, да? Или пойти налево, где, в принципе, тоже ничего не будет. Вот тут ничего не будет. Просто ничего. Он, в принципе, никуда не сможет пойти, потому что тут у него будут невидимые блоки, и он провалится вот сюда вниз. А тут будет уже другое испытание. Я его сейчас застрою и, конечно же, ребята, вам покажу. Ну что, ребята, я закончил последнее испытание. Я закончил его, да. После того, как Жека вот сюда поднимется, он провалится вот сюда внутрь. Вот сюда, под низ, в эту яму. И тут у него будет необычная комната.
Из этих всех дверей будет одна комната, которая проведет его к следующему испытанию. Все остальные комнаты будут иметь или лаву, или криперов, или еще что-то, да? Или вот непроходимые уровни, то есть он верный ответ, он сюда наступит, его тпхнет куда-то в небо, он упадет и разобьется. Верная комната будет вот это, я ему скажу: Жека, верный пароль — это дата моего рождения, 2207. То есть, он будет угадывать, да, может не вот это, может не вот это. Я скажу: за одной из этих дверей тебя ждет нереальный сюрприз. Я ограбил для тебя банк и спрятал вот туда все деньжата. Поэтому, Жека, иди забирай, как только он зайдет в нужную дверь, вот сюда. Он зайдет и типа: а, мне нужно туда, ой, и тут провалится опять под землю. Я ему скажу: Жека, нехорошо грабить банки, нехорошо, потому что, может, ты его и ограбишь, но после этого 100% попадешь в тюрьму. Поэтому, Жека, заходи в свою камеру и приветствуй своего нового соседа Стефана, который будет тебя каждый день, потому что ты в тюряге, Жека, ты в тюряге, и все, все, Жека, вот твоя жизнь, и в принципе, мне кажется, будет прикольно, Жека, а в конце концов, кажется, вот тут в тюряге, и на этом закончится мой трон. Мне кажется, это действительно будет так, очень даже прикольно, главное, что все пошло по плану, все пошло так, как я продумал. Ну что, ребята, осталось пройти Жекино испытание, и потом посмотрим, сможет ли он пройти мое испытание. Сейчас посмотрим. Ну что, Жека, а? Построил там, ну, уже? Да, я построил, я готов тебя уничтожить. Ты готов меня уничтожить, но я уже что-то заметил. В прямом смысле. Это что такое, Жека? Ты ничего не видишь. Ладно, все, так, давай. Так, Эдисон, включай геймод 0. Геймод 0? Ну ладно, вот, давай. Так вот, собственно, проходи, сегодня я тебя буду взрывать, уничтожать и все, что только можно, давай. Ну, ладно. Ой. Ой, все, прохода нету, это наверное. Все. Так, Жека, что-то мне не нравится. Сундучок очень не нравится. Это не сундучок, это тебе подарочек на Новый год. Там написано лох, ты разломал лох. А, это ты про себя написал? Ладно. Так, Жека, как я понимаю, сюда я не могу пройти, да? Да, поэтому у тебя, в принципе, нет выхода, как ехать туда. Жека, может, не надо, может, я сюда пройду. Вот слушай, если ты ничего не будет, все будет хорошо, просто иди сюда. Не переживай. Что-то я не хочу туда идти, Жека. Ну, ладно, у меня, наверное, нет выбора. У тебя нет выхода, да, у тебя нет выбора. Ладно, поехали. Ой, куда? Стоять! Куда ты вылез? Да, я случайно. Я прошел. Привет. Собственно, смотри. Ты сейчас, мы скоро поедем в Москву, и ты находишься в московском метрополитене. Неважно, не смотри, что там сзади стена деревянная. Ты ждешь поезда. Ты отправляешься на станцию Тролилевскую. Вот. Ну ладно, дальше. Поезд скоро прибудет, ты, главное, его подожди. Понял, да? Да, мне просто его ждать? Да, ты просто жди поезд. О, смотри, приехал поезд. Нихрена, ты как это сделал вообще? Ну, собственно, смотри, Эдисон, заходи в поезд, сейчас мы поедем на станцию Тролилевскую. А важно, какой вагон? Левый или правый? Да не, может любой выбирать, ты, в принципе, хоть за машиниста сесть. А где машинист? Где машинист? Да, вот там, за стенкой. Так, вообще, смотри, Эдисон, ты знаешь, что в метро странные вещи иногда происходят? Допустим. Всякие там теракты, вот всякое такое. Она! Дебила кусок. Так вот, Эдисон, ты не усвоил урок. Нужно всех подозрительных личностей сообщать машинист в электропоезд. Так вот, тебя за твои злодеяния, потому что ты меня не сдал никому, я же террорист, да? Да. Ты не сдал никому, тебя посадили в тюрьму. Ну. Тебе нужно из нее выйти. Ой, ладно. Опа! И шо? И что? Да не, ничего. Ну, ты что ты нашел? Рассказывай. Я рычажок нашел. А, ну рычажок, это кажется ключ от двери, да? Да, и как мне его поставить? О, здрасте, полис, правильно? Чё с одного удара-то? Ты, в принципе, молодец, ты почти, у тебя почти получилось выбраться из тюрьмы. Мне кажется, у тебя получится. Жек, он меня с одного удара убивает. Да, у тебя получится. У меня не получится. Эдисон, у тебя получится, главное, ты... Да не получится у меня ничего, ты дурак! Ну блин, тогда оставайся в тюрьме, все, у тебя нет другого выхода. Короче, реально нет другого. Все, пока.
Он меня через дверь убил даже. Так, смотри, Эдисон, можешь как-то в другой есть какой-то выбор, как отсюда вылезти? Вот, нет, поищи, может, там где-то чем-нибудь подберешь. Ой, все, мне кажется, тут все нормально будет, а? Да, короче, мораль такова, тебя посадили на пожизненное. А, вот чё, вот чё прикол. Вот ты, кажется, еще террорист, твой, теперь точно на пожизненное. Да, все, ладно, все. Мне тогда вот тут, да, оставаться? Оставайся тут, спи, и я пошел сам проходить. Это какой-то очень странный троллинг был, Жек. Я тебе говорю, сегодня тебя буду взрывать, убивать. Ладно, давай. И так далее. Так, в общем-то, все, давай, я готов к своему троллингу. Приступить. Давай, гемод 2 врубай. А, гемод 2? Ну или гемод 0, как хочешь. Давай, ну, ладно, так уж быть гемод 2. Давай, так. Тебе опять нужно меня слушаться. Пошли. Хорошо. Ну, в принципе, все, Жека, давай, проходи вот туда. Это мы тоже на каком-то метрополитене, да? Да, где да. Деревянная да. Стена, ну, повторяю, да. Да, да. Понятно. А что, мне нужно все пройти? Ну да, тебе нужно вот сюда зайти внутрь. Так, то есть ты меня даже на троллинг сам пусть не хочешь. Да, даже не хочу на троллинг. Ну давай ищи. А как тебе зайти? Что за фигня? Нет, это не получается. Ну ищи, я не знаю, есть какой-то проход, нет какого-то прохода. Да мне кажется, не. О. 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 О, ты четырёха, Жек, а? А, то есть мне сюда нельзя, да? Сюда не надо. Я не знаю, можешь вообще просто тут стоять, ничего не делать, мне как бы по барабану этот троллинг. Ну ладно, хорошо. Так, Жека. Я просто тут перестанет, меня не затроллил, всё. О, и что-то там горит, кажется. Да, да, все нормально, все под контролем, Жека. Да, так и... Давай, проходи, не боись. Так, Жека, тебе нужно открыть вот эту дверь. Как ее открыть, решай сам. Любыми способами. Открывай как хочешь. Что это такая за раздевалка? Да, вот просто так, не знаю. Может там что-то есть, может там ничего нет. Я пошел, а я не могу, да! Открывай, ищи подсказки, смотри куда, что. Я не знаю, Жека, не знаю. Так, хорошо, ладно, я на все потыкаю, так уж и быть. Потыкаю. Чиш. Ага. Нет. Не, что-то. Ага, я когда вот здесь хожу, у меня частицы от меня отбрасываются. Да, и... ну, не знаю. Смотри. Все, я понял. О, там что-то есть, вижу. Где? Вижу. Вот тут что-то. Что это камень какой-то тут делается? Ну не знаю, может там что-то есть в лаве? В лаве? Может быть, не знаю. Не думаю, что это в лаве. Не думаю. Ты специально, да, меня сподвигаешь, чтобы я прыгнул в лаву? Я не знаю, Жека, тыкай на все подряд, тыкай. Я на все потыкал, ничего не работает. Ладно, я прыгнул в лаву. Я понял, я не думаю, что было прыгать в лаву. Ой, дебил. Так, давай, Жека, ищи дальше проход. Я не знаю, как тебе выбраться. Да в смысле, не работает ничего. Все работает. Ой. Ой, а что там? Это? А что там такое? Не знаю. Не знаю, Жека, тыкай на всё подряд. Вот это тебе моя подсказка. Мой тебе совет. Что за фигня? Я провалил. Ну тут дальше я не могу провалиться. Ну, не знаю. Значит, там прохода нету. Или есть? Не знаю. Так, хватит. Такие слишком сложные карты. Ну тыкай. Ты только тыкал на стены, ты не тыкал на пол, на потолок, допустим, я не знаю. А, на потолок. Так хватит проваливаться. Может на пол, я не знаю, может тебе... Ой, может тебе на пол нужно тыкать? О! Шо? Я прямо по центру не заметил люка. Не знаю, ну давай. Так, мне кажется, это здесь явно что-то... Ну, дебил. Ну да в смысле? Ну, в принципе, половину задания ты выполнил, но ты сейчас не сможешь отсюда выбраться, Жека. Я справлюсь. Не, помогите. Никак, Жека, ты пахайся ко мне. Хорошо, ладно, и так, и что? А что, я что-то открыл? Открыл, но... Тебе, Жека, нужно додуматься. Как тебе кинуть что-то вот сюда, чтобы двери открылись, а? Чтоб ты прошел дальше. Боже мой! Что я могу сюда кинуть? У меня я не могу. Тыкай на все подряд, Жека, на все. Я на все. У тебя тут есть подсказка, да? Вот, подсказка есть, да? Да, подсказка. Теперь противоположно посмотри на другую сторону потолка. Ну, в смысле, вот туда. С другой стороны. Противоположно, если это вот тут, то значит это вот тут где-то.
Это по диагонали, да? Да. Ой, подписчик! Подписчик! Нет, я не могу бить подписчика! И теперь додумайся, тебе нужно подписчика скинуть в яму, чтобы он нажал на плиту, и ты выбрался. Он умрет! Наконец-то! Так, Жек. Это было сложно. Ой, ну ты додумался. Ну теперь, Жека, у тебя... Ну, как тебе сказать? Есть задание. У тебя есть задание. Я там забыл просто поставить, поэтому ничего такого. Садись на лодку, тебе до лодки нужно переплыть вот сюда. Именно на лодке. А сундучки что там? А, ну сундучки, ну вот, сначала доплыви вот сюда. И смотри, у тебя тут есть преграда, тебе нужно ее как-то сломать, поэтому... Ну, я и поставил сундучки, может там где-то будет кирка или еще что-то, я не знаю. А только лодки-то у меня больше нету. Кого нету? Лодки не... О, я могу ломать. Нельзя ломать, да? Нельзя ломать. Ну ищи сундучки. Да, хорошо, я ищу. Так, в этих сундуках ничего не... А, у меня есть блоки, я могу их ставить? Не, блоки не. Ищи сундучки, тебе в сундучках нужно найти кирку и сломать вот эти два блока. Да? Да. Да? Ну что-то как-то это было не так. Вот тут, Джека, вот где-то вот тут, да, есть сундучок тут. Какой-то. Ты какой-то очень медленный, если честно. Это все проходит за 2 минуты, вся карта, но ты какой-то очень медленный. Подожди, там, по-моему, что-то... Да ничего там нету, не все так сложно. А, вот там сундук! Все, я понял! Ай, наконец-то! Не, у него вот эти, Джека, тебе на... Ой, это... Что ты сделал, Жек? И что ты сделала? А что, сразу сюда, да, пойти могу? Нет, туда нельзя. Ты поломал мою карту, Жек. Мне нужно вот сюда. Ладно, все, да. Я пошел. Сам попался в ловушку. Значит, так, Жека. Финальное твое испытание. Ты поломал всю мою карту, зараза. Так не планировалось. Так, Жека. Заодно из этой двери... Да не ставь ты вот это, не надо писюны строить, уже подписчики и так говорят, что ты какой-то извращенец. Так, Жека, за этой... вот ты видишь, вот эти сколько тут дверей, 6, mm-hmm. да, или сколько? Короче, mm-hmm. за одной из этих дверей есть банк с бесплатным баблом. Mm-hmm. Ну, тебе нужно найти одну дверь, я тебе дам подсказку. А, правильная дверь — это мой день рождения. Ищи правильную цифру. Слушай, подожди, а что-то нажимается тут? Ой, ну это просто. Да? Ага, да, сейчас займем. Так, твой день рождения, да? Да. А, это 22.07. Ну, значит, иди туда. Иди туда, да. Жека, стой. Да иди сюда. В принципе, ты правильно прошел, там везде были криперы, всякие падения, я тебе зря давал подсказку, но ну ладно. Жека, у нас, если честно, концы совпадают. Ты тоже попадешь сейчас в тюрьму. Попал в тюрягу за то, что ограбил банк, поэтому иди, знакомься с своей камерой, смотри, что там есть. Знакомься с Стефаном, который будет до конца жизни над тобой издеваться в камере. Дрючить, пучить. Лучше меня крипер взорвал. Стефан твой дружок до конца жизни, он тебе будет дрючить и пучить каждый день, Джека. Короче, голубки, оставайтесь тут до конца жизни, я пошел отсюда. Эдисон, не бросай меня, пожалуйста. Как тебе с Стефаном живется? Да идеально, мне просто нравится. Даже покакать не дает. Он от тебя, Жека, не отстанет никогда, так что... Ладно, голубки, живите тут и поживайте. Детей наживаете себе там? Все, ребята, мы будем на этом заканчивать эту серию. Жека развлекается с Стефаном, а я... Да, конечно, развлекается с Стефаном. Ой. Ну, все, мне кажется, на этом можно заканчивать уже, да, Жека? Да, я думаю, можно на этом заканчивать, точно. Не скучаешь по Стефану? Ой, да, ой, скучаю! Особенно по палочке. Да, ребята, все, хватит. Ставьте большие пальцы вверх на вот этой серии по троллингу, если хотите, чтобы мы с Жекой выпускали троллинг как можно чаще и как можно дольше. Поэтому, ребята, ставьте еще раз большущий палец вверх на наши видосы. Да, Жека? Да, и также пишите ваши комментарии, мы читаем абсолютно все комментарии ваши, так что пишите, мы прочитаем, обязательно их оценим и, может быть, даже ответим. Да, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова, ребята.